Привет, с вами Сойер, и это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня я хочу поговорить про JavaScript и функциональное программирование, почему вместе их не стоит объединять, это абсолютное зло, на мой взгляд. И да, я понимаю, что это холиварная тема, но если у вас есть противоположная точка зрения, и вы можете ее аргументировать, милости просим в комментарии, будет интересно. Обычно я занимаю наоборот позицию, что все надо, все нужно, интересно и так далее. Но вот сегодня именно в этой теме я занимаю не свойственную для себя позицию, а именно хватит. Может быть, не стоит тянуть функциональное программирование в JavaScript, э, усложняя и принося с собой больше проблем, чем решений. И сейчас я объясню почему. Начать хочется вот с чего. Функциональная парадигма лежит в значительной степени на лямбда исчислении А лямбда — это формальная система, которая решает вопрос вычислимости алгоритма и, по сути, является аналогом машины Тьюринга. То есть его придумали для того, чтобы сказать, что алгоритм будет работать, выполняться за конечное время и реализоваться на вычислительной технике. Вот это задача лямбда исчисления в таком широком и очень упрощенном смысле. Так вот, многие вещи, например, корирование, чистые функции, которые у нас есть, в функциональных языках программирования они идут вот оттуда ноги растут и, например, корирование в лямбда исчисления это понятная вещь, потому что нам необходимо сделать такой базис, который будет универсальным. Ну, то есть, если у нас есть функции многих переменных, то мы их всегда можем представить в виде функции одной переменной и размышлять именно только относительно функции одной переменной, делать выводы, доказывать их и так далее. То есть, по сути, это аналог, знаете, как в математике мы приводим все к нормализованному виду, например, квадратные уравнение к виду ax квадрат плюс bx плюс c, да, а потом применяем дискриминат То есть это некая такая а, идея, которая позволяет нам а, распространить рассуждение на более широкий класс и по сути а, во многих функциональных языках корирование применяется изначально ко всем функциям, а функции многих переменных это просто некий синтаксический сахар над этими корированными функциями и это понятно Это модель это идеология и там нельзя по-другому все разработчики понимают и используют корирование одинаковым образом. Я для интереса запустил недавно обсуждение в сообществе буквально пару дней назад, для того, чтобы понять, а понимает ли то же самое относительно корирования в мире javascript И я бы мог запустить такое же точное обсуждение и относительно чистых функций, и относительно Monad, и других идей функциональных языков программирования. И получили бы те же самые результаты. Вот давайте теперь посмотрим на эти результаты и подумаем, вообще можно ли использовать... Такое, такие разные понимания проблемы, написать что-то э, корректное и хорошо работающее. Во многих случаях функциональную парадигму позиционируют как парадигму, позволяющую меньше ошибаться. И во многих случаях разработчики JavaScript а покупают идею вот этого меньшего количества ошибок. Но на самом деле э, это не так. Ну то есть заимствуя некорректные идеи, мы соответственно получаем обратную ситуацию. Второй вариант, почему люди любят функциональные вещи, это красота, ну то есть лаконичность, красота. И это тоже такая себе штука, потому что код становится во многих случаях сложнее, воспринимать его становится сложнее. Если разработчик в каких-то своих личных целях может использовать эти сложные конструкции, то когда это становится массово, у вас есть команда разработчиков, еще сроки, и надо все быстро и точно понимать, это становится проблемой. Поэтому в целом вот эта идея точности, правильности и безошибочности и красоты это такое себе. По факту мы вот что получаем. Я предложил написать, ну точнее, предложил поставить себя на место человека, который вот пишет функцию корирования, и представить, что мы написали функцию для а, некой вымышленной функции трех аргументов, которая будет корироваться и получаться новая функция f3c. Ну, понятно, что в нормальном варианте мы должны вызывать ее вот так, да, когда каждый параметр передается отдельно, да, то есть на, мы разбили функцию... F3 на три функции с одним аргументом. И в этом смысле карирование ну, более-менее понятно. Идея разбиения функций многих аргументов на функции одного аргумента, она понятна, для чего используется, я уже рассказал раньше, и все здорово. Но мы как разработчики всегда должны помнить, что если мы предлагаем какое-то решение, мы должны точно знать, что его не всегда будут использовать правильно. Даже более того, мы можем быть уверены, что наши интерфейсы, периодически будут использоваться неверно. И мы должны писать интерфейсы, устойчивые к ошибкам, особенно к распространенным ошибкам. И вот один из вариантов распространенных ошибок, связанных с корированием я описал. То есть, когда мы передаем не один аргумент функцию, а два. Я задал вопрос, вот если бы вы разрабатывали такую функцию карирования, то как бы вы реализовали обработку такой исключительной ситуации? Самое интересное, это, конечно, что 54 человека, 54% людей вообще не захотели на эту тему думать, и мы не знаем по какой причине. Может они не JavaScript разработчики, либо еще какая-то причина. Поэтому мы не будем их рассматривать. Но нас интересует вот эта разница. Смотрите, практически достаточно большая часть людей думают по-разному. В одном случае э, людям показалось, что вполне нормально свести ситуацию к частичному применению. В другом случае вы, выдать ошибку. И кстати, я хочу сказать, что э, выбросить exception в мире скрипта это вообще не дефолтное поведение, то есть большинство JavaScript разработчиков думают об эксепшене в последнюю очередь, в отличие, например, от Java. Это к вопросу о том, какой стиль, какие идеи в языке доминируют. Вот исключения, они, кстати, не доминируют в JavaScript, как по моим наблюдениям. А вот вариант о том, чтобы молча обработать и выкинуть параметр b, это третий вариант. Вот на мой взгляд, он должен был быть лидирующим, но вот в данном конкретном опросе он оказался самым мало голосуемым скажем, не знаю почему, хотя в жизни, мне кажется, JavaScript разработчики с легкостью вот такое умалчивание допускают. Поэтому вот данное распределение голосов показывает нам о том, что нет варианта, который бы большинство считало правильно. То есть, когда мы говорим про корирование в JavaScript, большинство говорят, Непонятно, что это такое. Лезут в Google, находят неправильные или правильные определения с позиции математики, и оказывается, что не задумываясь о том, как мы по, -по, -по нормальному, по правильному должны реализовать, как бы мы не реализовали, это все равно будет неправильно, потому что какая-то часть людей выберет другой вариант. Таким образом, когда мы сталкиваемся вот с этим переносом идей функциональной парадигмы в JavaScript, мы сталкиваемся с разными взглядами. И когда мы соединим вот людей из этих трех групп в одну, окажется, что один будет программировать исходя из одних соображений, другой из других, и это получится некий испорченный телефон. И если даже с позиции тестов, с позиции технической реализации у нас будет а, все валидно, тесты будут проходить, вот это вот недопонимание парадигмы и разное понимание парадигмы разными людьми, будет приводить к скрытым ошибкам. И в моей практике я стараюсь не использовать вообще слово карирование, вместо него использовать частичное применение, если уж очень хочется чего-то такого красивого и интересного. А в случае с карированием, как я уже сказал, возникает сразу, что это такое, как это работает. И вот это вот пошли интерпретации в разных направлениях. Причем я могу проделывать этот опыт и с другими понятиями, например, с чистой функцией, которая точно так же в JavaScript, ввиду его динамической природы, но ну, практически нет вариантов на реализацию корректно. Не хватает иммутабельности. И мне возразят, и уже возражали о том, что есть механизмы блокировки, механизмы ограничения записи и, и другие механизмы в JavaScript, которые могут опционально применяться к тем или иным объектам на усмотрение разработчика. И опять вот это опциональное, необязательное исполнение говорит нам о том, что где-то оно будет использоваться, где-то не будет, а где-то неправильно. И опять разработчики в силу своего разумения, в силу своего понимания программирования... А сегодня среди вот JavaScript разработчиков это, наверное, самая-самая такая разношерстная группа разработчиков. Единого понимания не будет никогда. Всегда будут разные, разные взгляды, всегда будут разные интерпретации, в отличие от языков функциональных, где вы просто не сможете по-другому. И вот здесь из-за постоянных, постоянных различий в восприятии возникают, соответственно, различные варианты использования, а, соответственно, и скрытые баги, которые проявляются потом со временем. И когда я говорю о JavaScript, мне кажется, что наиболее правильным и верным вариантом поведения это использование, ну, скажем как, своего собственного словаря JavaScript, да, и не заимствование идей из функциональных языков. Потому что, как правило, это очень сложные идеи. Они требуют хотя бы минимального опыта работы с функциональными языками программирования. И да, те, которые, те люди, у которых этот опыт есть, они приходят в JavaScript, если приходят, ну, предположим, что приходят, они делают все корректно, но оставшиеся 60, 70, 80% делают как попало. И это не спасает общую ситуацию. То же самое касается Монад. Я удивился, никогда не слышал, но недавно мне рассказали, что уже и Монады давным-давно пытаются затянуть в JavaScript, придумывая им примерно такие же объяснения, как в случае с карированием, да, что это там частный случай частичного применения или с чистыми функциями, когда мы говорим о том, о функциях, ведущих себя как чистые, но ими не являющиеся. В общем, все пытаются адаптировать к этим терминам, Потому что это модно, потому что это классно, потому что это вроде как красиво, но это все ведет, как я уже сказал, к недопониманию, к разному пониманию проблемы и к возникновению ошибок. Поэтому, на мой взгляд, сегодня в JavaScript уже более чем достаточно функциональных идей их наоборот нужно отсеивать, ограничивать и уменьшать. Например, убрать понятие корирования оставить только частичное применение. С чистыми функциями нужно тоже оговариваться, что в, а, а, именно в контексте JavaScript мы их воспринимаем чистыми, а так как у нас нет а, абсолютной иммутабельности, реализованной на базе языка, то это не функциональное понятие чистоты, да, это не понятие из функциональных языков. И вот эти все ограничения нужно проговаривать. Сегодня в курсах об этом вообще не говорится. Говорится о том, что пишите вот так, и это будет функционально. Это не есть функционально, это есть псевдофункционально, похоже на настоящие функциональные языки программирования, но никаких плюсов с позиции функциональных языков это не дает. Это просто, извините меня, синтаксический сахар над JavaScript, который приводит только к большему недопониманию и ошибкам. Поэтому подумайте, прежде чем использовать какие-то идеи из ФП, потому что это может привести к обратному эффекту. Вы получите кучу проблем вместо ожидаемой надежности и стабильности. Ну а с вами был Сойер, спасибо, что слушали. До свидания.